Агрогородок Муховец находится всего в 14 километрах от Бреста. Там в населенном пункте проживают чуть больше 350 человек. Стоит отметить, что большая часть – это люди трудоспособного возраста, а значит, многим из них не раз приходилось оформлять различные документы – наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и совершение исполнительных надписей. Для многих вопрос правильного оформления этих документов уже не стоит. Для многих, но не для всех. О составлении брачных договора поинтересовался Николай Борисюк. Обращался я к нотариусу по поводу брачного договора, узнать, как он заключается и какие есть нюансы. Консультация мне понравилась, узнал, так сказать, много нового, также дали брошюрку, что такое брачный договор. Почитаю его и ознакомлюсь еще более подробнее. Консультации такие нужны, потому что не все люди в этом плане образованы и могут что-то не знать, что-то упустить, и как бы это помогает познать то, что всякие нюансы такие вот. По словам жителей Муховца, выездные приемы нотариуса – удобная форма обслуживания населения в агрогородках. Во-первых, не надо ехать в город, все проблемы, вопросы можно решить на месте. А во-вторых, к юридически подкованному специалисту обращаются также из отдаленных деревень. Словом, услуга в агрогородке все более востребована. То, что нотариус непосредственно осуществляет выезд в агрогородок в соответствии с утвержденным графиком, только с положительной стороны. Во-первых, не все жители могут доехать, учитывая преклонный возраст, нотариальную контору, которая расположена на улице Красногвардейской. А здесь непосредственно в сельсполкоме, это в первую очередь удобно для граждан. Повторюсь, престарелого возраста, которые не всегда могут в силу определенных различных причин подъехать в саму нотариальную контору. Хорошее налажено взаимодействие. Нотариус даже иногда остается и после того периода, когда там обозначено графиком работы, потому что людей действительно очень много. Люди приходят как на консультативное получение информации, так и для осуществления каких-либо сделок, либо действий с имущественного характера. Вопросы жилищного характера пока как бы нас не касаются, но несколько раз мне довелось обратиться за разрешением вывоза своих внуков за пределы Республики Беларусь. Это был отдых. Очень понравилось, как налажена здесь работа, потому что задолго до того, как мне нужно было, я уже знала, когда будет нотариус работать. Это вывешивается объявление, это в мессенджерах рассылается сельский совет, уведомление о том, что сегодня там или какого числа именно, на какое время приедет нотариус, и можно будет решить всякие вопросы. Очень хорошо налажена работа. Очень благодарны мы и нотариальным органам, потому что по любой позиции. Нотариусы проводят приемы по консультированию граждан на постоянной основе. Так, за 2023 год они осуществили 988 выездов. Приняли 4750 граждан и представителей юридических лиц. Совершили 2469 нотариальных действий и открыли 880 наследственных дел. Мы выезжаем регулярно по графику, ежемесячно в каждый агрогородок Брестского района нотариусы выезжают в установленные определенные дни. Графики размещаются и в средствах массовой информации, и на сайте Белорусской нотариальной палаты. И, как правило, по каждый выезд по графику нотариус выезжает, ну, за редким исключением. Выезд идет по предварительной записи, запись ведет управделами сельсполкома. Как правило, люди всегда есть. Очень редко, когда нету желающих по графику выезда нотариуса в городке прийти к нотариусу сельсполкома. Люди этим пользуются и, скажем, практически почти при каждом выезде нотариуса в агрогородок мы совершаем выезды на дом для совершения нотариальных действий. Это удобно, что не надо обращаться в город. К слову, такая форма работы с гражданами из года в год становится более востребованной. Сегодня нотариусы Брестского нотариального округа обслуживают 209 агрогородков и иных населенных пунктов. Только за 17 дней нового 2024 года нотариусы уже осуществили 29 выездов в агрогородки. Приняли 152 гражданина, совершили 72 нотариальных действия и завели 16 наследственных дел.